Актуальный вопрос уже для взрослых. Экологическая обстановка. Далеко не везде в регионе ее можно назвать благополучной. Особые переживания связаны с ныне закрытым Усолье-Химпромом. Выяснилось, что под землей на промплощадке скопилось свыше 18 тысяч тонн нефтяных отходов. Более того, существует риск их утечки в Ангару, поэтому ликвидация нефтяной линзы входит в план первоочередных мероприятий по рекультивации промплощадки бывшего градообразующего предприятия. Часть работ проведут уже в текущем году. Необходимо локализовать нефтепродукты, чтобы не допустить их утечки. И это только первый этап. Далее предстоит модернизировать пруды для сбора нефтяных отходов, а также ликвидировать сам очаг. Любое промедление в этом деле недопустимо, а слишком долго проблемы бывшего градообразующего предприятия не решались.